Тима, Маша, привет! Привет! А у нас вечер. А с чего вы сидите возле камина? Расскажите. Уста будет Святой Николай завтра. Да. Вы ждете праздник Святого Николая? Да. А покажите, что вы приготовили? Что это? Картинки. Вы нарисовали картинки? Да, новогодние. Класс! Ну, ты под елку ложись. И Святой Николай придет, посмотрит, какие классные вы картинки нарисовали, да? Да. А что это за сапожки висят? Это? Да, там положит Святой Николай подарки. В сапожки положит Святой Николай подарки? Да. А зачем стоят вот эти сапожки ваши настоящие? Пусто Святой Николай заведет письмо. Письмо? А для кого письмо? Для Деда Мороза. Для Деда Мороза? А покажите мне, или это секрет? Класс, такие письма. А ну что там написано? Срочно Деду Морозу от Тимы. А у меня? А у тебя ничего не написала, Маша? Надо написать Маша. Да? А покажешь мне, что ты написала? Тима, ты что написал? А ну показывайте. Так, письмо. Сейчас мы... Давай мне письмо Дедушке Морозу. Здравствуй, Дедушка Мороз, это Тима. Я хочу на Новый год синтезатор, бильярд и опыты. Да. Ничего себе, вот это у тебя запросы, Тимофей. Маша, посмотрим, почитаем твое письмо. Здравствуй, Дедушка Мороз, это Маша. Я... Хочу дельфинчика, книжечку, конфеты, киндер, сюрприз. Я была хорошей. И цветочек, да? Да, я люблю цветы. И я за звездами ухаживать. Какие у вас интересные письма. А как тебе слаживать? Я тебя могу сложить. Помоги, Тимофей, Маше. А здесь олень нарисован. А здесь олень нарисован, класс. А ну давай. И у тебя олень нарисован? Да. Но это же олень Рудольф, который самый главный помощник Деда Мороза. Готовы завтра рано встать и посмотреть, принес Святой Николай подарки или нет? Да. Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Бегите по своим комнатам. Пока-пока. Машенька, а Святой Николай уже приходил? Да, иду смотреть подарки. А ты сначала под подушечку загляни. Это же мандарина. Мандарина? А это же твой мальчик. А ну точно, посмотри, это для мальчика. Что это такое? А папа, это девочки? Конечно. А ну загляни. Яйцо. Яйцо? И это у меня. Это вы сейчас будете, Тима. Доброе утро. С праздничком от Святого Николая. Мандарина. Святой Николай позаботился, чтобы вы сами себе приготовили завтрак. Есть наборчик такой, яичница, но к ней можно сделать сосиску, пиццу, колбаску какую-нибудь, да? Да. Класс? Да. И у меня такие штучки, курица есть. Но мы сейчас делать не будем, потому что, наверное, там в носках еще куча подарков. Да. Дети, что, Святой Николай вам уже принес подарочки? Да. Ну что, давай смотреть? Куколка? Какая? Эльза. Нет, это не Эльза, это Анна, да? А Анна не простая, Анна модница. Она любит духи. И когда духами ты брызгаешь ей вот сюда вот на коронку и на грудку, получается, что она меняет цвет. Попробуем потом так играть. Тимочка, а у тебя что? Какой-то... А,
Горилла идет, крокодила ведет. Это Кинг-Конг. Да. С фонариком. О, Тим, а что ты заказывал святому Николаю? Коробку Баунти? Да. Класс. Машенька, а у тебя что? Бабочка. Это не просто бабочка, Маш, вы же любите плести браслетики. Резиночки. Это резиночки, плести браслетики, да? А я, знаете, добавь леночку, а потом по-обычному, а потом вот так заплетаешь и все. Такая кругляшечка. Ой, Маша, ты нам уже мастер-класс дала, молодец. Так, ну что, теперь заглянем в сапожки? Да. Сейчас, так, у Маши что Kinder. В сапожке? Киндер! А что это? Это Кладос нарисованный и ангелочки. Маш, ну что, достаешь? Не достается. Не достается? Я знаю. Помочь тебе? Да. Сейчас Тима тебе поможет. Опачки, ну, тяни. Опачки, Маша, что это тебе Святой Николай принес? Шоколадки. Маш, это не простые шоколадки, это снежки. Съедобные. Да, это съедобные снежки. Держи. А они шоколадные? Они шоколадные, и внутри они снежные, молочные. Вот такие снежки. Это давай доставать. Так, что это, банка кофе? Да. Нет, подожди, давай посмотрим. Тимочка, это не банка кофе, это свечечка вот такая красивая. Мы сами будем делать свечу на новогодний стол. Ух ты! Да, у нас здесь еще есть, у нас есть... Календари! Календари, адвент-календари с шоколадками. Да, я люблю шоколадки. Ты любишь шоколадки? И у меня со шоколадками. И у тебя с шоколадками. У Маши Дед Мороз, а у Тимы Дед Мороз и Снеговик. Ну что, откроем адвент-календарик и станем на один день ближе к Рождеству? Да. Где там циферка 1? Ищите. О! Нашли циферку 1? Открываем циферку 1. И что у нас там за игрушечка будет? За шоколадочка. Так, у Тимы какая фигурка попалась? Колокольчик. Да. С утра колокольчик звенит, да, Маша? А ну у тебя... Как не можешь? Давай, Тима тебе поможет. Хорошо, спасибо, Тима. Я знаю, почему колокольчик. Почему? Потому что на часах, когда на 12-ку, оно звенит. Да, давай. Так, а у Маши интересно? Тоже колокольчик. Тоже колокольчик будет? А ну смотри, и у Маши колокольчик. Кушайте с утра колокольчики. Вкусные? Ну что, откроем следующие игрушки? Да. Тиме будем открывать вот такую горилку? Да. Угу. Так, распаковали мы нашу горилу. Она была на вот такой вот яркой подставочке. И представляет себе вот такой наборчик. Значит, фонарик. Фонарик светит необычным светом. Не синим и не белым, а красным. Горилла подзаряжается от фонарика. Так, я думаю, она уже немножко подзарядилась, и мы сейчас ее... Тимош, а ну отсоедини и включи ее. Так. А где она там? А ну смотри, где она включается. Вот, она двигается, светит глазами. И рычит. О, смотри, как она идет. Смотри. И чтобы она ходила, на нее надо светить фонариком. Посмотрите, мы перестаем светить фонариком, она перестает идти. Да. Как только светим, она идет. Вот такая страшилка. Машуль, ну а у тебя что? Давай откроем твой наборчик Анны. Так, давай посмотрим, что в него входит. Сама куколка, флакон с духами. Мы должны налить во флакон с духами водичку и брызнуть на платье Анны. Ну что, пробуем? Да, а у меня есть идея.
Так, Маша раскручивает флакончик с духами. Вот такая вот у нас трубочка идет, да? Давай нальем теперь водички. Наливаем водички, только очень аккуратненько. Сюда поставлю. Давай я помогу, давай. Угу. Ты держи флакончик, а я буду аккуратно наливать водичку. Большой флакончик. Так, а теперь надо аккуратно закрутить. Давай, давай, держи, да. Так, закрутили. А теперь попробуем брызнуть на нашу Анну. Сюда. Да, давай. Ой, промазала. Ну что, что-то меняется? Да. Меняется? Да. Да, меняется. Она становится очень фиолетовой такой, да? Вот корона у Анны и платьичко стало ярко-фиолетовым. Вот такое чудо произошло. Ой, держи. Маша, давай поиграем. Давай. Такая Анна ходит по полянке, да? И к ней идет страшная горилла. Испугалась Анна, убегает. Анна! Анна, а может, давай в него снежками покидаем? Давай. Давай. Говори. Целых 4 снежка. Анна, бери снежок и бросай в Кинг-Конга. Бери снежок и бросай в Кинг-Конга. Не испугался, еще бери, бросай. Ой, уже боится, уже назад пошел. Бросай в него снежки. Все, испугался, Кинг-Конг убежал. Ура! Анна спасена. Понравились подарки от Святого Николая? Да. Классные? Да. Отлично. Бегом завтракать и переодеваться.